Абсолютно пустая Прага. Новый год. 6 часов вечера. Никого нет, кроме полицейских. Никогда, понятное дело, такого я не видел в своей жизни. На чешском национальном банке. Лев только. Плохо, руки трясутся. Пить меньше надо. Только лев и я. Ну и моя семья. На заднем плане разговаривает. Шесть часов вечера после войны.